Жизнь полна неожиданных сюрпризов и подарков от судьбы. Что, если судьба подготовила вам сюрприз прямо сейчас? Сегодня я предлагаю вам пройти небольшой тест, который может дать вам некоторую подсказку о том, что вас ждет в ближайшем будущем. Для этого вам нужно просто выбрать одну из представленных на картинке чашек кофе. У вас есть 10 секунд. Чашка номер один. Если вы выбрали эту чашку, то, скорее всего, вы интеллектуальный, самодостаточный и стильный человек. Ваш выбор указывает на предстоящие перемены в карьере. Возможно, вас ждет повышение, успешное завершение проекта или новое интересное предложение по работе. Судьба готовит для вас возможности для персонального и профессионального роста, поэтому не упустите свой шанс. Чашка номер два. Если вы выбрали эту чашку, то ваши приоритеты, скорее всего, заключены в творчестве и самовыражении. Вам нравится исследовать новые области и не бояться риска. Судьба подготовила для вас период творческого вдохновения. Возможно, вам предстоит создать что-то уникальное и важное, что изменит вашу жизнь. Будьте открыты для новых идей и не бойтесь реализовывать свои смелые планы. Чашка номер три. Если вы выбрали эту чашку, то это говорит о вашей любви к прошлому, к наследию и достижениям. Вы любите комфорт, традиции, и у вас есть к ним глубокое уважение. Судьба готовит для вас неожиданные новости, связанные с вашим личным жизненным путем. Возможно, скоро вы встретите человека из прошлого или получите неожиданное наследство. В любом случае, эти события принесут в вашу жизнь новые цвета и эмоции. А какую чашку кофе выбрали вы? Своими результатами обязательно делитесь в комментариях, я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем счастья и удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.